Дорогие телезрители, Первый общественный канал снова приветствует всех, кто только что к нам присоединился. И теперь самое время узнать и подвести итоги второй части нашего полуфинала. Жылдыздар менен ырдалган дуэттердин жыйынтыгы. Асель Долбекова, 35 упай. Асель Алехандра, 35 упай. Аман Сонун, 35. Шаршин Алмазбеков, 37. Алмагүл Токтобаева, 36. Дилноза Айдарбек кызы, 39. Нурдана, 36. Это была равная битва. Равных по таланту, равных по своим амбициям артистов. И сейчас, с вашего позволения, слово снова хотелось бы предоставить Нурзат для того, чтобы огласить итоговые результаты нашего полуфинала. Сиздин рухсатыңыз менен 7-чи орундан баштайбыз. 7-чи орун 70 упай менен Аман Сонун мырзада. Кол чаап койсоңуздар. 72 бирдей упай топтогон 3 катышуучубуз бар. Алар 4-чү жана 6-чы орундарды бөлүшүп алышты. Асель Алехандра, Алмагүл Токтобаева жана Нурдана. Анда эмесе финалга чыккан катышуучулар. 3-чү орун 73 упай менен Шаршен Алмазбеков. Шаршен Алмазбеков! Первый из наших финалистов. 2-чү орун 74 упай Асель Долбекова. 1-чү орунда 77 упай топтогон Дилноза Айдарбек кызы. Дорогие участники, мы вас поздравляем от всей души. Это был длинный путь, и вы прошли его достойно. И мне кажется, каждый из вас, будь моя воля, всех бы семерых отправил бы в финал. Но, к сожалению, согласно нашему регламенту, только тройка лучших будет бороться за звание лучшего артиста третьего сезона телепроекта «Осман». Давайте еще раз поаплодируем им. Учурдан пайдаланып, сахнада турган ар бир катышуучуга ыраазычылык билдиребиз. Чынында 2 жума бою мына ушундай керемет ырларды уктук, керемет таланттарга күбө болдук. Бирок катышуу деген ушундай сынак деген сынак экен, 3 киши финалга чыкты. Кудайым буюрса, Кыргызстандагы ар бириңиздердин добушуңуздар менен 3 инсандын бирөөсү финалга чыгып жеңүүчү болмокчу. Мына ушул финалда көрүшкөнгө чейин баарыңыздарды сак саламатта туруңуздар демекчибиз. Дорогие телезрители, до скорых встреч в финале телепроекта «Осман».